А что вы играете? Гейтбол. Что это? Гейтбол. Японский, да. Японский крокет, можно сказать. А-а-а. И в чем правило заключается? Он приворотывает колышки. Все. Все вот эти ворота. Вот эти колышки, ворота? Все ворота и последние колышки. В команде по 5. Как еще раз называется правильно? Гейтбол. Гейтбол. Гейт. Ворота и мяч. Первый раз такую игру вижу. Ну да. Интересно. В России только на Сахалине играют? А вы что, Сахалин, что? Нет. Вы простые японские парни. А сколько ударов можно делать? Пока это мы просто их гоняем. Я понял. А что-то какие-то мячики тоже специфические, Шир? Есть волосатые вот такие, есть гладкие. Ну, от поверхности зависит. Говорят, что здесь лучше вот такими пользоваться. А где вот такие вот это все это оборудование к этому берете? Японцы прислали. Нифига себе. Ну, крутые вы, пацаны. Оба. Самое меню. Вообще спать. Да, Андрей, давай, играй. Игра длится полчаса. Повязает та команда, которая забьет больше очков. Но при этом можно выбивать шары соперника. Это вы, короче, у нас в Астрахани будете основоположниками этой игры, да? А соревнования будут? Ну, да, в прошлом году, а нет, но год назад приезжали японцы. Нифига себе. Вот вы круто. Планируйте с товарищами игры с Сахалином. Вот вы даете.